А перед началом данного крутого видеоролика я вам хочу посоветовать крутую группу по видеоиграм под названием Horror Mobile. В данной группе вы увидите много информации о разных играх, многие приколы и мемы, и многое другое. Советую всем подписаться, да, ссылочка в описании. А мы погнали к нашему крутому видеоролику. Привет, дорогой зритель, а также гость моего YouTube-канала. На связи, как всегда, я, MoxGamer, и сегодня мы посмотрим на новую крутую игрушку под названием «Метель». Погнали! Ну и как всегда, мы приступаем к данному крутому видеоролику. Ну и в начале видеоролика я вас всех хочу поздравить с 1 сентября, ну или с Днем Знаний. Ну и также хочу извиниться за то, что я на 1 сентября не заснял ни одного видеоролика и не снимал на данной неделе тоже ни одного видеоролика. Это из-за того, что я хочу снимать один видеоролик в неделю. Но если будете вы набирать очень много лайков, ну или выходить какое-то глобальное обновление какой-то игры, ну или какая-то глобальная игра будет выходить, то, конечно же, сразу постараюсь ее заснять. Вот. И также хочу сказать, почему я сказал в начале видеоролика, то что эта игра новая. Это из-за того, что почему-то разработчики эту игру удалили из Google Play, получается, из Play Market. Вот, а потом снова залили, но уже 31 августа, с глобальными, конечно же, изменениями. Получается, с обновлением. Давайте-ка посмотрим, ничего ли у нас не изменилось. В настройках вроде ничего. Как многие говорят, в магазине у нас удалили одну маску, но маска клоуна стала бесплатной. И сквад. Сквад — это у нас разработчики игры, сама команда инди-разработчиков, продюсер и 3D-художник, тот, кто создает 3D-модели, программист, это у нас, кто пишет код игры, и редактор, и также, ну, тестировщик, тот, кто тестирует игру на баги. Это у нас, конечно же, Топси. Давайте-ка дождем начать игру. И тут мы сразу увидим то, что мы можем поиграть за много персонажей, за разную жертву. Но у нас из 4 3 персонажа пока что недоступны, потому что они еще как разработчики даже пишут в разработке. Это у нас Алан, за которого мы можем пока что поиграть, Адель и Эмили. И какой-то неизвестный персонаж, у которого нету имени. Мы, конечно же, нажимаем за Алана, потому что он у нас доступен. И тут нам рассказывается история. Мне пришлось возвращаться домой. Так. Ну, мы ее слушать в данном видео не будем, из-за того, что я ее уже слушал в прошлом видео по метели. Там ничего не изменилось. Кстати, самое первое изменение, которое бросается в глаза, это... То, что кнопка приседания у нас перенеслась в нижний правый угол. Это очень удобно, потому что не надо просто сюда куда-нибудь тянуться, надо просто вот так нажать, и все. Еще быстрее даже. Так, у нас изменились респауны вещей. Те вещи у нас спавнятся по разным ячейкам. А, кстати, вот у нас и молоток. Можем разбить эту стекляшку. Сегодня игру мы приходить не будем, потому что я еще не знаю, как правильно пишется код, потому что он теперь изменяется. Нужно поскорее вернуться в клетку. И, кстати, те разработчики сделали то, что, главное, чтобы он не заметил, надо что самим закрывать клетку. Если вы ее не закроете, то игра ее автоматически, как раньше, не закроет.
И просто маньяк это увидит и скажет. Типа то, что он видел, что вы как бы сейчас не в отключке. И, конечно же, убьет током. Что-то здесь не так. Так, он у нас все проверяет. А, он говорит, показалось ему. Так. Теперь мы можем, кстати, включить. Попробуем, может быть, код найти. У нас есть троечка, четверочка, восьмерочка и шестерочка. Получается 63-48. Давайте попробуем. 63-48. Видимо, мы неправильно ввели код. Или ввели правильно, но сработала сигнализация, которая призывает как раз таки нашего маньяка. Так. Ждем, пока у нас маньяк придет. А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Он говорит, что-то тут не так. Хотя вроде тут все нормально. Это что такое было? Видимо, показалось. Так. Твою же мать! Ждем, пока у нас придет маньяк. Сейчас попробуем еще одну комбинацию. И, наверное, будем заканчивать самое первое видео по метели, конечно же. Не знаю, что я делаю, я просто хожу по клетке. Что-то здесь не так. И что не так? Видимо, показалось. Так, у нас было 63-48, значит, кстати, подарок. Кстати, тут у нас есть такая записка. День. Так. Теперь попробуем 48-63. Твою же мать! Так, значит, у нас эта комбинация не сработала, и мы можем уже заканчивать на данном моменте наш видеоролик по метели. Давайте-ка дождемся маньяка. Привет, маньяк. И он, конечно же, нас убил. Ну ладно, ребята, спасибо всем за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмякайте на колокольчик, чтобы не пропускать все новые крутые видеоролики. А с вами был я, Моксон Геймер, до скорых встреч, еще увидимся и также услышимся.